Есть риск, что я не успею добежать. Не один ты такой. Чего, какой риск? Ну, я медленный, могу не успеть. Не-не, просто прямо бегите. Супер прямо, вот в гору. Че, квекинг. Без поворотов вообще просто пойдет. Ну, я уже вижу, что не успеваю. А пояс у тебя есть? Ну, вот а я пояс. Бежал, ну, нормально, все окей. А, грибочек, я грибочек, грибочек. Бля, грибочек. Ему надо кикать что-то там. Ой, у нас кик только у Вани, да? И куч. Рибашторм. Я тут так неблагодарно стою. Danger. Побайтите еще... кто-нибудь. Ну, с виду с шуман, да. Братва, я не могу крутить громкость во время ключа. Ну, что пристали, не понимаете этого? Я сейчас тоже что-то спорю. Вот здесь болстринг вот этот, да? Если, короче, лень две юзабельные три не жать, то тогда куб и окуляр. А так, да, две юзабельные три не, кристалл, куб. Так, братва, на пол, а не то аккуратно там. Квек. Как с... Ну все, накрутили. Вот скажем оверолу прощай. Угу. Я что-то не хочу сюда бурстить. Блин, правая рука потеет, что за хрень? Бывает. Или язвы прорвать? Давай прорвем. Пусть там пока гули вылезают. Так, я первый дам бурильщикам стун. Он сменил или что? Мне не показалось. Не, клев был, все. Звезду нереально. Через 5 секунд в комбат лучше войти. А что там? Old Soldier. Ну и тут не брустим получается. Да пожилой, пожилой, да. Нужен кик. Пойдет. Есть грипп. Я собью. Окей, next собью. Прям, братва, нам, а мы можем минуту его не убивать? Шельф кик. Вот он, Аня. 50 секунд еще, блин, подстав. Это сильно профитно? Блин, ну вообще довольно-таки сильно.
Ну, окей. Давай. Не могу его подставить сейчас. Пять секунд выиграли. Следующий кикну. Сколько там еще? 20. Топ ДПС даже в ключах уже, поняли, чат? Ну вот так-то. Ну, дожили. Типа ты хочешь передамагать армсвойна на этом боссе? Не, я ничего не хочу. Это на команду. Все, можно убивать. Блядь, ну почему она залуталась? Капу. Я не нажимал еще скульптора, если что. Да, чуть подвинь нажимал, вперед еще. Блин, вроде уже была в КД, чего постала. Не в КД, точнее. Может обновиться? Так, я первый дам контроль. А. Ну, не выбить мне. Надо убить первую пачку мобов. Аккуратней там, это с дота. Здорово, Сандрагорка. Что ж так плохо-то? Вара Бэйр, там экзекутки все-таки. Ань, дашь вот? Нет. Эти. Не вставай, я резну. Это был хороший так. Угу. Въебал лужу. Нужно было... Гастовать скульптора. Возьмёт только один рефлекс зашел, короче. Я там что-то, наверное, с Бэйрами, да, маленько отвлекся, что-то там. Она на луне, шерсть, звезда, пекуч, печенька, препёрпл. Экскасты я даю стан. Вот это не нужно стан было. Сейчас даю круг. Сейчас кикаем. Чуть не откатилось. Фирдам. Куда здесь пола, мужик? Аккуратно. Не про то, что шеп прожимаешь. Луж заходишь, пока не выйдешь, даже если он шеп плюет. Через звезда, ну короче, все же самые метки. Там да, там игноришь, типа, получение дамажа. Я торпал и куча печенька. Аня, второй звезду, я второй печеньку. Там есть такие, да, приколюшки. Сейчас мы с Аней кикнем. Дам круг сейчас. Нормально, нормально. И сейчас, мужики. Это, ну, это работа дебафов просто. Их игнора. Там вышел задом. Побью next. Сник, ни хрена себе, тут не дает.
Жестко. А что-то я думал, мы под бочку всех тут будем вести. Ладно. Я чё, мое дело простое, да кашная дамагать, и все. Можно войско отдать. Боли. Меня на шипы насадили, но было не больно. Главное, что неприятно. Ну такое. 1040 бахнуло. Сейчас возьму. Ладно. Стартаните ивент только. Как же здесь опасно? Погнали вниз. А, ну такой. Сука, все в меня кидает. Ну, тварь. По ивенту? Все файн вроде или еще? Все файн по ивенту. Ну, что мне тут взять? Грибочек. Я щупалки дам. Ну я лучше от этого паразита отойду куда подальше. А я нахуй смертность. Не дал. Блин, как превышает. Фух, пронесло. Так было запланировано. Я дам. Больше я вам не доверяю. Подпулишь потом, когда вот эти начнут взорваться? А, или взяли мне гулю, взорвали. Подпулишь. Нормально. Ну давай, ты подпулишь. Уже можно. Аня собьет печеньку, а Прея грипнет звезду. Mm-hmm. А Пекуч следующего не собьет. Зря, наверное, кубик с рукой сюда нажал. Мне кажется, такое. Что если сейчас будет палач с двумя, то это будет невыгодно. Двух с торментом или с боссом? Они без ничего. Да? Боты тут? Кто боты? Мужики, боты есть сейчас? Автоботы? Ну, не знаю, какие это. Бот какой-то там в сбере какой. Олег. А, или салют у них, или кто у них там? Олег это в Тинькове. В натуре? Да. Не знаю, может у всех разные, но у меня Олег.
И что он говорит обычно? Я первый бизнесмен в России, что он такой? Давайте инвестиции. Монах передамагал меня. Ужас. Но он тач нажал. Сколько тач у него дамагает? 68 тысяч. Вот так-то. Он что творит? Кто? Гем триггернул, хорошо. Не гем, шард правильно называть. Шарды. Сколки же. Так, нужно же синюю соплюбить. Я кнопки не жму, как бы, под босса. Ой-ой. Поехали. Давай даже лужу сделаем, чтобы маленько поклеивать. Сюда жнеца кинем. Моб умрет, порча триггернется, в принципе, будет приятно. Да я всегда не зря прокнул. Прям хорошо. Здорово. Тут это не жадничайте с этими крестиками, один бояр активен только. Берегитесь. Я жадина. Подведем. Говядина. Меня собьешь? Я сбила. Там по 100 дают? Что, звука нет в игре? А туда видно. Блин, у меня опять почему-то залуталось. Они что-то... Они, может, пофиксили это? Не знаю. Ты нажимал флешкрафт или нет? Не-не. Я нажимал. Да, но у меня тоже взялся баф. Они, видимо, пофиксили. Втихаря. Не знаю, я не такой опытный ключник, чтобы на эту тему рассуждать. Эх, жнеца не накинул. Ой! А чё такое? А я его мега-атак случайно ударил. Тогда я хуёво сделал, зачем я вообще в таргет брал этого моба? Ой, дурачок. Это только я так умею. У нас так босс не совейдится. Я тебе больше скажу, даже если подняться на лестницу, спуститься вниз, он не совейдится. А, да? Вот это приколы. А чё нет? Не то. Чё? Ань, сможешь спужить скайп или... А, или чё? Ну, короче, нам надо запуксить. О чём ты, в смысле, не только я? А печеньку... Ну, сюда её наверх, давай запуксим. Печеньку и пёрпл.
А спужить пока не бегут. Чалька. Давайте. А, там копье бастиона. Да. Хотел запутать. Хотел. Чаль, привет. Чаль. Ну. Что ж сказать. Бывает и такое. Аккуратнее надо просто быть. Я думаю, войско к боссу откатится. Я могу себе его тут позволить отдать. Какой же ты ворс, я же не стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если на обычном. Там все подряд, и квакинг, и прочее. Кубик. Да нажмем, нормально. Жмем все, что светится. Хорошо. Вроде кажется, лежит лужа. Я должен получать у корящика, ну, нормально, с этих околок. Нет, не получаю. Потому что зеленая сопля бьет. Да ёпта, я же внизу стоял. Второй раз Сагадон тебя карает. Надо, получается, кривят аккуратнее играть. Next turn надо звезду нафоксить. Я как бы не знаю, я уступаю всегда. Такие штуки. Меня убивают. Он уступил, но я отошел от босса. Все, понял. Теперь я понял. Теперь до меня дошло. Такой же дашь? Ну, там какой-то нечеловеческий этот... Рукопожатия пошли. Вот он как, понял? Рун много, надо руны тратить. Зачем? Что случилось? Что зачем? При вот эту путинку не надо сбивать. Почему? Она ничего не делает. А пока он стоит, кастит паутинку, не появляются вот эти вот маленькие паучки. Пишу, какие ключники интересные. Да, в рейде такого не расскажет. В рейде, да. Ну, блин, интересно как. Слушай, я не знал. Смотрим сейчас. Ну, ладно.
Что, я обманщик получается, слушай? Я сбились. Да, ты меня обманываешь. Вот все пытаются меня обмануть, но... Типа, а то, что мы в бездвижности, это, ну, пофигу, да, получается? Ну, ты же стоишь миличник, все равно его убьешь. Логично. А вдруг я попрыгать хочу, например? Вот не представляю свою жизнь без прыжков. Надо встать за компа и попрыгать. А, нет, не умею. Я развалюсь сразу. Шуточки шутят. Ну вот и войско готово. Хорошо. Все, весь бой сейчас на мне будет. Он был, наверное, руку попозже. А чё там, ДХ-танк или... Кто ДХ? ДХ-дамагер? Мне кажется, на мне нету... 20 секунд бафа. Бафа в ласке. Да. Да, нажмем Личборн ради сейва. ДХ танк. Там да, наверное, тоже. КПшка-то скачет, как у Блада в целом. Ай, блядь. Я думал уже все, всех четверых выпалили. Блин. Ну ладно. Копье варовское, в принципе. Пойдете. Что-то много больно кливающих классов в этой пати, блин. У меня еще билд нет. Через клиф, типа, даже в соло таргет. С вами не интересно. Сейчас мы делаем чик, чик. Бэмс, бэмс. Бэмс, бэмс, бэмс. Бэмс. Ну все. Мобы кончились. На ласте просто почти было 20% хп. Он, наверное, кнопки не нажимал, скорее всего, поэтому у него так все и происходило. Ну не должно его так сильно пробивать. Слушай, получается, на этом боссе практически 100%, ну 90% аптайм этого бафа есть. Не хочу я эпидемию взрывать. Будем по соло таргету играть. Ребята кливают. Мне там и так оверолла хватит за данж. Он справа висит. 11.6 оверолл за данж. Ой! Чё это так? А, я, наверное, не Бэйри уже? Или чё мы делаем? Это было неожиданно. Да, можно не бориться. Угу. Мало поздно нажал, получается. Да. Попоздно получается. Вот такому в плюсах не научат, такому в рейдах учат. Ой, надресный, да? Я что-то думал, замолдить, обычно в рефлект нажимаю сюда. Короче, в жопу этот мелт. О! Прикольно. Подожди, а чё, чё происходит? А, чё-то я это вообще в абстракции, я чуть на Вара отвлекся. Я вообще завис. Не понял, чё происходит у меня в голове. Вообще не понял даже, что произошло, что-то Вар как-то умер опять. А как ты опять умер, что-то я вообще не понял. Наня меня убила. Нареснула, чтобы меня убить, понимаешь?
У меня аж мозг от такого залагал, я вообще не понял, что произошло. Так, ну что, руку, наверное, на ласт уже можно отдать. Наглец. Поехали. Блин, что, давайте сейчас затестим еще раз некроворловский прикол. Получится, нет? Так, Пикуч и Шельф кикают звезду. Пикуч первый, Шельф второй. Аня первая на печеньке. Ой-ой-ой, ладно, я отстану, да. Я next печеньке. Сильно не домашний, их при next печеньке. А чё? Mm-hmm. Ой, сейчас обе печеньки. О, Аня печеньку. Тоже сбился. Я печеньку. Чё-то это... Аня печеньку. Сосредоточиться надо. Блин, а чё так бьют сильно? Давайте череп добьём. Кто-нибудь... А зачем? Не надо добивать? А, это не надо. Могу кикнуть. Давай. Да. Можно еще крипнуть. Ладно, все файн. Я не жму некролордовский счет пока что. Нет, ты же. Ну ладно, пока не жми, я скажу. Я не могу. Они еще ману попьют. Блин, мне кажется, я понял, в чем прикол. Можете пользоваться. Жму? Давай, жми, давай. Мне кажется, понял, в чем дело. Так, армия на вторую? А, ты уже сдал. Уже. Ну я с пула проборщу, нормально все будет. Ну, Пикуч, ты на вторую тогда мету сдаешь. А я... Блять, ну мужики, а как мы вторую будем проходить? Дэмэдж будет у нас какой-то? Там армии только от меня не будет, так все будет. Купол на следующий дождик поставлю, да, уже? Я не знаю, не надо, она пролетит сейчас. Босс сюда можно немножко. Ну вот, который будет после щипа. Угу. Так, бежать бы тут, не обосраться. Надо было... Я не покастовать в ложу. Ошибка. Давайте потанем сюда. Берегитесь. Давай сейчас купим. Darkness. Отойдите из-за дырки. Блин, на Darkness ассалт. Аккуратно не от мобов не умрите. Одного подгрипаю к двум. Вы их не добивайте, как босс будет выходить, тогда добьем. Проклевать хочешь через них? Нет, ну баф получить. Бэм. Гол. Я раз, два,
Минуса. Зеленку нажал. Сложный паттерн, побежали. Мабы подтягиваются постепенно. Нихуя не затягиваются. Кричу на вас немножко. Не ори. Нет. Плюс 6, спасибо. Жестко смерть получается. 11-4 вышло. ДХ обогнал, Вара обогнал. Неплохо получилось вроде. С песней, то есть. Так, если да, задуматься.